Спасибо вам огромное за выступление. Скажите, пожалуйста, свои ощущения. Может быть, вы хотите что-то особенное сказать нашим зрителям, нашим читателям? Ну, ощущений, мыслей, эйфории очень много, потому что я делал то, что я люблю. И в этом заключается, наверное, вся суть, вся честность перед зрителем, перед собой. Я кайфую от всего, что происходит. У меня нет ни плохого настроения, ничего, потому что все очень круто. Я сделал все, что я хотел. И, конечно, я хочу сказать большое спасибо и зрителю и за прошлый эфир, и за этот эфир, потому что ваша поддержка делает большой бум у меня в сердце и душе. Мы очень также хотим сказать вам спасибо за вашу энергетику. Сидели в зале, наслаждались. И хотим еще задать один комментарий. Давайте. По поводу критики Меладзе. Как вот вы относитесь? Сегодня вот он так немягко критиковал. Меня всегда все устраивает. Ну, правда. Ну, я... Мне достаточно того, что я получал полное наслаждение от всего происходящего на сцене. Я находился с микрофонной остановкой, которую взял мой папа. Это самый лучший амулет, самое лучшее большое счастье. И я жду результата от зрителя, зрительское голосование, потому что это те люди, для которых я стараюсь. Вот так. Спасибо вам огромное. Большое.